Девчонки, всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! В сегодняшнем видео хочу показать вам мою уходовую косметику на месяц февраль. И кому интересна данная тема, оставайтесь со мной. Всем желаю приятного просмотра. Итак, начну я с продуктов по уходу за волосами. В этом месяце я решила как-то взять прям вот много-много всего. То, что не закончится в феврале, перейдет в уходовую косметику на месяц март. Итак, шампунь от компании Faberlic из серии Ботаника, Клюква и Княженика. Зимняя защита для всех типов волос. Это новинка, как раз зимняя линейка, поэтому взяла на февраль. Логично, да? Далее, опять-таки марка Faberlic, серия Зима. Ультрапитательный шампунь, ультрапитательный бальзам и, конечно же, масочка. Эту линейку я приобретаю каждый год. Она очень приятно пахнет жвачкой Bubblegum или Tutti Frutti, ну что-то вроде этого. Конечно же, хорошо ухаживает за волосами, именно поэтому приобретаю каждый год. Продолжаем продукцией от компании Faberlic. Это линейка Superfood, пудинг для волос и также йогурт для волос. Классная линейка с авокадо, очень приятный аромат. И еще одна линейка, это опять-таки ревень. В общем, исправьте, если я говорю неправильно. Тоже пудинг для волос и йогурт для волос. Давно уже стоят в запасах, поэтому нужно их скорее ставить в уход. Переходим к марке Планета Органика. Это шампунь и кондиционер. Органический кокос. Как-то так, я думаю, да, переводится в таких вот майонезных пакетиках. Пакетики, кстати говоря, объемом 200 мл. Тоже буду с большим удовольствием ими пользоваться. И последний продукт для ухода за волосами. Это вот такая несмывашка Pantene Pro-V спрей. Интенсивное восстановление для нормальных волос. Мгновенная защита от повреждений. Показываю вам очень часто. Заказывала на Wildberries, потому что там была на него очень хорошая цена. Показываю один, потому что в запасах ничего нет. Это вот единственный. Закончится и потом уже пойду куплю новенький. Переходим к продуктам по уходу за телом. Здесь я прям тоже так разгулялась. Взяла очень много гелей для душа. Тем более в прошлом месяце, в январе, у меня все закончилось. Итак, две новинки от Oriflame. Серия Discover, Камчатка и Калифорния. Очень приятные ароматы у этих гелей для душа. И как раз зимняя такая, да, версия. Поэтому взяла на февраль. А теперь пойдут гели от марки Faberlic. Вот это их рождественская версия. Зимние ягоды уже в использовании у меня стоит. Далее лимонный кекс. Вот такой вот гель. И еще один уже аромат Bubblegum. Тоже очень приятные ароматы. Уже их слушала и взяла, конечно же, в уход. Последний гель для душа, это тоже новинка компании Faberlic, Story d'Amour с клубничкой. Это вроде как линейка выпущена к 14 февраля, если я не ошибаюсь. Ну вот тоже буду использовать. С гелями для душа это все. Покажу вам теперь вот такое средство для интимной гигиены. Это гель из той же линейки, что и гель для душа предыдущий вам показывала, да. Вот так вот в паре буду их также использовать. Покажу вам различные дезики. Вот такой я использую, когда иду там куда-то в магазин, на прогулку, либо там еще куда-то, когда нет времени ждать, пока дезодорант высохнет. Это жемчужная красота от марки Nivea с экстрактом жемчуга. В принципе, неплохой, аромат приятный, но создает вот такое прям сильное облако, которое просто лезет в рот и, возможно, только поэтому я больше повторять его не буду. Но защита от него хорошая. Так, далее пойдут такие всякие роликовые, шариковые, которые я все хочу добить. Использую их дома, но ужасно не люблю, потому что вот это все мокрое, мне это не нравится. Долго высыхает. Это Rexona свежесть бамбука плюс алоэ вера.
Далее следующий от Faberlic из серии La Creme. Это дезодорант антиперспирант с освежающей мятой и молочными протеинами. И еще один Faberlic дезодорант антиперспирант. Это весенний букет. Они защищают действительно хорошо, но вот единственный для меня минус — это то, что они долго высыхают. Вот это я не люблю. И, по-моему, некоторые из них оставляют такие вот белые пятнышки на одежде, потому что я любитель таких темных оттенков в одежде, всякие там черные, такие синие, там, да, серые. Вот, и поэтому для меня это существенный минус. Покажу вам также различные спреи. Все они у меня от марки Avon. Первый — это клубничные мечты с ароматом клубники со сливками. Очень приятный аромат, хоть он и спиртовой, но спирт очень быстро выветривается. Далее возьму еще один, это имбирный пряник. И последний тоже от Avon, это уже у нас berry cake какой-то. Я не знаю вообще, что это. А, вот ягодный десерт. Ну, тоже, если не закончу в феврале, то перейдут на март, на апрель. В любом случае, за несколько месяцев я их закончу. Вот такая марка Phytotime. Мягкое мыло, пихтовое, для тела и волос, хвойные экстракты. Для меня оно не очень приятно пахнет хвоей, какой-то отдаленный вообще аромат хвои. Объем 500 мл. Покупала в детском мире чисто из-за вот этого аромата, который меня не устроил. Но решила, что возьму тоже в уход на месяц февраль. Как раз вот, когда сейчас хочется таких каких-то хвойных, да, ароматов, чего-то такого согревающего, думаю, что он мне подойдет для этой цели. Теперь переходим к различным скрабам для тела. Покажу все то, что беру в уход. В запасах также ничего нет. У меня такое вообще впервые, чтобы каких-то у меня продуктов не было про запас. В общем, опять-таки Faberlic серия Beauty Cafe. Скраб для тела лаймовый сорбет. Далее малиновый мильфей. И последний — это грушевый парфе. Эти скрабы я тоже покупаю уже не первый раз, и они мне все очень даже нравятся. В этом месяце, девчонки, я не беру никакие кремы для ног, поэтому взяла вот такой вот один от Faberlic из серии «Зима». Он предназначен и для рук, и для лица, по-моему, да? Да, вот для лица, рук, тела. Он вот такого белого цвета, я его уже использую, очень приятно пахнет, нежненько так. Ну вот я его взяла, чтобы использовать и для тела, и для ног. И таким образом я его закончу. Он очень такой хороший, питательный. И еще вот такой беру крем, опять-таки и для тела, и для ног. Ну, стандартный, думаю, да, все знают, Нивея. Такой вот он беленький, очень вкусно пахнет. Называется такой, да, «Привет из детства». Ну вот тоже буду использовать. И последнее средство для ухода за телом — это от Oriflame смягчающее средство Tender Care с апельсином. Взяла, чтобы использовать на какие-либо сухие участки, возможно, на пяточки, возможно, на локоточки, на кутикулу. Вот тоже беру его в уход. Теперь переходим к продуктам по уходу за руками. Начну я, пожалуй, с жидкого мыла. Во-первых, вот такой запасной блок объемом 500 мл. Это апельсиновая меренга. Вот такое мыло. Так, и к нему же вот такая вот баночка, бутылочка. То есть сначала я закончу вот эту баночку, а потом уже буду в нее переливать с этого сменного блока. И еще одно жидкое мыло, которое уже стоит в ванной комнате, это La Petite Marseillaise, цветок апельсинового дерева. Покупал мне муж набор, показывала вам в покупках, вот уже им пользуемся, очень приятно имеет аромат. Переходим теперь к кремам для рук. Во-первых, хочу закончить вот такой Faberlic из серии Love. Этот крем получается с овечками, да, он с ланолином, крем увлажнения, тоже полбутылька уже нет, вот решила за февраль его попытаться как-то добить. И еще два крема, это уже лимитки этого года от марки Фраше, апельсин в шоколаде, по-моему, да, апельсин в шоколаде, тоже половины уже нет, и вот такой вот лакомая ежевика, тюбик меньше, вот, решила также, что надо их добить, а потом уже буду брать что-то еще
в уход. Переходим к продуктам по уходу за лицом, зубами, губами. Начну, пожалуй, с гелей для умывания. Уже в использовании с января вот такой Гарнье. Основной уход, очищающий крем, гель, очищает, успокаивает, розовая вода, сухая, чувствительная кожа. Всегда покупаю его в осенне-зимний период. Наверное, уже всем надоело с этим гелем, но я его обожаю. Когда закончу вот этот гель, то возьму в уход вот такой гиалуроновый алоэ гель пенка для умывания. Очищает и сужает поры, все типы кожи, даже чувствительная. Ни разу такой еще не брала, вот наконец-таки потестирую, попробую. Что касаемо различных тоников для лица, решила я использовать для утреннего ухода вот такой успокаивающий витаминный тоник от марки Гарнье. Тонизирует и смягчает, розовая вода, чувствительная сухая кожа. В паре с вот этим вот гелем его использую, тоже приобретаю и каждую зиму, и каждую осень. Очень мне нравится. И что касаемо вечернего ухода, хочу добить вот такой тоник Faberlic Ultra Clean Green, матирующий для жирной проблемной кожи, масло мануки, салициловая кислота, приобретала для мужа, но как-то он не пользуется, пользовалась пару раз сама, решила, что срок годности тоже не резиновый и решила, что уже сама буду его добивать. Скрабы для лица у меня всего лишь один из запасов, вот он, в запасах тоже больше ничего нет, чистая линия, скраб для лица мягкий, с малиной и косточками клюквы, для сухой чувствительной кожи, раньше у меня был с абрикосом для лета, сейчас вот для зимы, ну и раньше был, и сейчас вот такой вот с малинкой. Переходим к различным таким маскам, глиняным всяким. Во-первых, вот такая дегтярная очищающая маска для лица, для парной, от рецептов сибирской травницы «Банька Агафьи». Органический экстракт шалфея, березовый деготь, алтайский мед и соль рапа. Очень хорошая, нравится, уже ей пользуюсь и раньше тоже часто ее приобретала. Маска очищающая от компании Faberlic, она там какая-то, по-моему, глиняная идет, тоже еще закрытая, решила, что уже пора брать ее в уход. Освежающая вот такая маска для лица, перезагрузка, опять-таки в компании Faberlic, витамин B3. Это какая-то была летняя, по-моему, новинка, если я не ошибаюсь, тоже с огромным удовольствием буду ей пользоваться. Еще вот такая у меня есть маска Instaglammers, как-то так. В общем, искрящаяся маска для лица. Вообще не поняла, что она должна делать. Написано просто, что с ней легко создать контент своей мечты. Сияющие маски для лица и настроение. Ну, мне кажется, какая-то будет безделушка, но попробую. Так, и теперь покажу вам различные тканевые маски. От марки Апью у меня осталось всего 3. Это с молоком, с кофе и с клубничкой. От марки Шетри у меня с гранатом, с черникой и с клубничкой. От марки вроде как Кюрет или как-то так, с кактусом, с арбузом, с древесным углем очищающая и с яичным белком для сияния кожи. Показываю маски сразу все тканевые, которые у меня вообще есть в запасах, да, в использовании, потому что я не знаю, какие именно я захочу использовать в этом месяце. Еще тканевые масочки, вот такая с улиткой, с зеленым чаем и с алоэ. Еще одна тканевая маска от марки Dermal с авокадо. Мне ее муж покупал в подружке. И последние две тканевых маски от марки Etude Organics. Я покупала их в магазине Fix Price. Лимонад с арбузом и мятой. Далее покажу вам различные кремы для лица. Для утреннего ухода крем для лица для сухой чувствительной кожи с авокадо от марки Невская косметика. Питает, увлажняет, смягчает, повышает упругость. Я крема от этой марки очень люблю и часто их приобретаю. А для вечернего ухода от марки Чистая линия крем для лица ночной нежно питательный. Он идет с маслом облепихи и экстрактом шиповника, предназначен для нормальной и комбинированной кожи. От марки Natura Siberica получала я в подарок интенсивно увлажняющую маску патчи для кожи вокруг глаз. Присылала мне ее мисс Маришка. 04, Марин, привет тебе большой, с удовольствием тоже буду использовать.
И для лица у меня есть еще вот такой пробник от марки Ifraché. Это Sensitive Camomile крем. Он идет успокаивающий, легкий крем с концентратом ромашки. Тоже буду использовать. Переходим теперь к уходу за зубами. Покажу зубные пасты. Вот такая уже в использовании. Close Up, леденящий эвкалипт. Обожаю зубные пасты этой марки. Они хорошо ухаживают за зубами. Отлично их очищают и освежают полость рта. От компании Faberlic из серии Dream Therapy с мелатонином зубная паста. Вот такая ароматическая. Буду использовать для вечернего ухода. И еще вот такая зубная паста 2080 с леденящей мятой вроде как. Заказывала на сайте подружка. Все-таки решила я взять один крем для ног. Это расслабляющий крем для уставших ног. Мелисса, каштан и масло малины от марки Organic Kitchen. Он у меня уже был в использовании, очень приятно пахнет жвачкой, Орбит, вот этим, который, знаете, детский, вот так выглядит. Классный, возможно, его закончу в феврале. Покажу вам бальзамчики для губ, не буду останавливаться долго на каждом, потому что видео про бальзамы для губ на канале у меня уже было. Во-первых, это Chapter, вот такой вот, с асаи и гибискусом, ароматом. Два бальзама бесцветных от марки Nivea. Это Гидрокея с SPF 15 и Nivea Интенсивная защита, по-моему, он называется. А этот раньше назывался Аквазабота. Бальзам для губ Pepsi в таком стаканчике. И два цветных бальзама от Nivea. Это с арбузом и с клубникой. Покажу вам также аромат на февраль. Это компания Faberlic. Называется он Мур-Мур с вот таким вот бомбончиком. Здесь такой очень приятный сахарный пудровый аромат, безумно мне понравился, поэтому решила взять его в уход на месяц февраль. Девчонки, это вся моя уходовая косметика на месяц февраль. Кому это видео понравилось, обязательно ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем желаю хорошего настроения, отличного дня, ставьте лайки и всем пока-пока!